Сотни воздушных шаров и тысячи гостей. В Каппадокии завершился фестиваль воздухоплавателей. Чтобы посмотреть на незабываемое зрелище и прокатиться на воздушном шаре, приехали туристы из разных континентов. Там побывали и корреспонденты UATV. Робот, лобстер, мышь и дирижабль. Воздушные шары разной формы возвышаются над долиной любви в историческом регионе Турции – Каппадокии. Это финальный полет, который закрывает фестиваль. Он проводится в Турции впервые. Именно в 2019 году мы решили открыть фестиваль воздушных шаров. На протяжении 4 дней с разных точек Каппадокии шары поднимались в небо. Наша основная цель – популяризировать этот регион и привлечь еще больше туристов. Чтобы показать свои шары и профессиональные умения в небе, на фестиваль приехали воздухоплаватели из 11 стран, в частности из США, Польши, Индонезии, Франции и Великобритании. Я привез свой шар из Бельгии, вот он вверху. Всегда надеемся на лучший полет. Вы летите или вверх, или вниз, и затем должны следить за направлением ветра, и даже можете немного маневрировать. Но это умеют только настоящие профессионалы. Всего в небо поднялись около 150 шаров. Прокатиться на одном из них обойдется от 100 до 150 евро. Однако некоторые пилоты брали к себе на борт туристов абсолютно бесплатно. Мы в таком предвкушении, очень волнуемся. Но даже не в дни фестиваля, практически каждый день вместе с восходом солнца в Каппадокии в небо поднимаются сотни воздушных шаров. Этот регион – рай для воздухоплавателей из-за уникального природного ландшафта. Здесь есть так называемые дымоходы – высокие конусообразные скалы, которые направляют теплый воздух вверх. И поэтому шары здесь легко поднимаются и парят над долинами. Климат Каппадокии позволяет летать круглый год. За погодными условиями и полетами следит госавиаслужба, которая и дает разрешение на подъем ввысь или же его запрещает в случае плохой погоды. Теперь фестиваль воздушных шаров хотят проводить ежегодно. Анжела Лешко, Эдия Катаман, Сельчук Аздемир, Каппадокия, UATV.